Николай, расскажите, что вас беспокоило и как машина ведет себя сейчас? Добрый день, меня зовут Николай. Я владею этой Toyota Camry уже в течение 3 лет. Первое проявление. Был достаточно длинный лаг в момент, когда вам нужно было резко ускориться. То есть нужно, когда вы нажимали газик, так сказать, газ до пола, машина начинала ускоряться, потом она внезапно задумывалась, а потом она продолжала ускоряться, и вот этот вот провал в задумчивости, он вызывал некоторые напряжения при совершении обгонов. Вторым ярким таким проявлением этого недостатка, который существовал в калибровочных данных коробки, было то, что вы подъезжали до перекресток, вам нужно было совершить поворот налево, вы пропускали встречный транспорт, и вам нужно было резко уйти с перекрестка. В этот момент возникал тоже такой эффект лага, машина сбрасывала скорость, и в зависимости от различных положений, выкручивали вы руль, то есть задействовался при этом гидроусилитель, наверняка электроника что-то отрабатывала при этом, или не выкручивали, да, происходили различные нюансы поведения. То есть. И третье, это менее значительно, это уже больше ощущение было-стало, это то, что машина стала именно легкая на подъем. Да? По моим ощущениям, конечно, это субъективное впечатление, возросла где-то литровая мощность где-то там на 5-7 лошадиных сил. По ощущениям, действительно выросла отдача, то есть вот она просто убегала из-под газика. Так что я очень удовлетворен результатами перепрошивки калибровочных данных и считаю, что это просто обязательно необходимо. Спасибо.